Все мы с вами пользуемся различными гаджетами и устройствами, но меня очень радует, что и в нашей стране есть люди, которые готовы создавать электронику наравне с известными топовыми брендами, так еще и с адекватным ценником. Тюменский Илон Маск и его наушники CG Pods от компании Case Guru уже 4 года в лобовую конкурируют с яблоками и опережают AirPods по динамике роста пользовательского интереса. Функция не придумка маркетологов, а железобетонный факт. У CG Pods самый большой в мире динамик 10 мм. Антропометрически выверенная форма, наушники не жмут и не давят, и не выпадают, в отличие от яблочных. CG Pods Allure – новинка в 5 цветах, микрофон с шумоподавлением отсекает внешний шум. А наушники CG Pods X – самым прочным кейсом в мире, держит нагрузку в 220 кг, плюс наушники обладают влагозащитой. CG Pods Air Pro – микрофон такой же, как у яблочек, с кристальным объемным звуком. Ну и самое классное, что CG Pods стоит в 4 раза дешевле яблочек. Также скорее сканируйте QR-код, который вы видите у себя на экране, или же переходите в описание, там будет ссылка на ваш личный промокод дневник0923, который даст вам скидку в 200 рублей на заказ. Доброе утро. Я встала сегодня нормально, 6:30. Ой, и представляете, пошла полежать, ну, Томку будила. Не будила, она сама тоже встала. Говорю, пойдем таблеточку выпьешь. Софийка к нам пришла. И Софийка меня укрыла. Бай-бай мне напела. И я как уснула. Это же дурдом. Я только что встала. Это Вася пришел, меня разбудил. Сказал, вставай, что ты ночью будешь делать. Там из детей кто-то душ принимает. Девчонки уже диваны даже все заправили. Она одна, София. Софи. Алина только не заправила постель. Ой. Уже все давно встали. Я только-только. Алина, чё? Ну, эти наклейки везде наклеили. Алина на улицу, наверное, вышла. Софи. Они мама там. Нет, там, ну, там Тома. Где шорты твои? Иди сюда, покажись. На кого ты похожая? Иди сюда. На кого ты похожая? На Гитлера маленького. Иди. Помадой намазал, теперь не отмывается. Все уже разбежались по разным углам. Мать только встала. Я никогда так не ложусь. Да, милая? Что говорила? Я говорила, Софийка мне песенки напела, меня укрыла. Посидела около меня, я уснула. Я сны вообще редко вижу. Сейчас сон видела. Саша, брат, приехал. Еще два каких-то парня. И я их все кормлю. Ой! Чуть-чуть не упала. Шорты ищи! Ладно, пойду позавтракаю хоть. Это что? Мы сидим тут с Алиной, смеемся. Я говорю, София, так... она сейчас меня тут подкармливает. То яблоко мне даст, то нектаринку даст. То вот видишь вот это. О. Я за бабушкой так ухаживает, меня накрыла, рядышком села, песенку пела. Бабка разомлела и уснула. У меня вот... Бабу мне усечь. Попроси Алину. Да, София, ухаживала за бабушкой? Настя. Мама, спи, мама, спи. Настя, разрешаешь? Да. Ну, она... Да. Она, между прочим, девчонки тоже уснули. Она такая, тише, дети, Варя, тише, хоть. У меня голос не потому... Ну, во-первых, я проснулась, да, только что. А во-вторых, я как будто как заболевать хочу. Кашляю я. Голос пропадает. Все. Алиш, возьми тарелочку, только чистую вот такую же.
туда. Ты точно есть будешь? Сейчас она открываешь все. И как мы тебе будем отмывать? А? Вообще? Усики, помада. Все, Вой. А ты это есть будешь? Да. Попробуй. Да. Не, ну я кетчуп тоже съем. Не открывай. Открывай. Потом, когда кто-то точно есть будет, тогда вот это вот, что открыли, съешь. Ну, давай мы посмотрим, как ты есть будешь. Сейчас она, баба, на. Угу. Опять бабушку подкармливать будешь? Да. У нас кондиционеры работают. Поэтому болеет. Ну, я вчера весь день под кондиционером просидела. На улице 29 градусов, но дома такая духота, окна все равно не открыть. Сидим под кондиционерами. У меня горло пропало все. Ой, горло, голос. Всем привет. Привет, дочь. Ну, вот это мне было. Приготовила? Ага, заплетай, дочь, а танцы сегодня у детей. Вася печатает Алине в колледж. Нам все равно надо будет, наверное, нам купить и Насте. Ну, как-то печатает потихоньку, да? Ну, только в сером цвете. Цветной не хочет. А зачем нам цветной? Я так вот эту бумажку там взяла, вот эту. Да, вот она и есть, она. Написано. Алина девчонок заплетает. Сейчас на танцы поедут. Вот. Красиво. Они уж оделись. Хотя целый час еще до танцев. Все постирано, все чистенько. Все стирала я. Аккуратненько. Все. Дариночка, поменяй полотенечко. Да, ну, мокрая же. Ну. Ну, это девочка моя. Да, вот вчера мы говорили об этом. О... Но. Мне нравится передача. Знаете, я вот так вот сначала-то думала, подать заявку. А потом как вспомнила, как Аню, Васю, когда они поехали с Боготола блогеры. Боже, как их хейтеры травили. Ой-ой-ой, я как вспомню. Это же что было, ужас какой. И я такая думаю, не, наверное, нет. Куда именно? Они ездили, пусть говорят, что ли, семью там какую-то выбирали. И они там писали, там везде, всяко разно обзывали. Ой, короче, думаю, что мы, наверное, не рискнем. Хотя вчера сидели, так долго обсуждали это, думаю, о, нам какого-нибудь, я говорю, нам бы мальчика, мажорчика. Не, мальчика, ну, не знаю, короче, мы обсуждали. Ну, потом так я подумала, думаю, нет, нас захейтят сразу. Ну, наша жизнь такая, везде вокруг можно найти хейт. Везде можно встретить хейт. Что бы даже не сделали, мне кажется. Ну, да. Хотя, вроде, что такого мы делаем, вообще мне непонятно. Ну, хейт это что, ладно, меня там, папку не сильно так, но у меня в основном. Вот, детей-то ладно. Да, короче, я не знаю. Обсуждали, и все закончилось на этом обсуждении. Вот. А ты бы хотела поучаствовать? Ну, прикинь, да, девочку-мажорку, которая тратит там 1,5 миллиона в месяц к нам в семью. Экономить надо учиться. Вдруг тяжелый день наступит. Что ты делать будешь? Надо учиться, кто что, а Дарина про экономию. Надо учиться деньги откладывать. Деньги копить и откладывать, потому что не знаю, что может случиться завтра или даже сегодня. А деньги, которые люди, вот есть люди, которые действительно прям деньги, любят их просто налево-направо тратить, я считаю, это неправильно. Надо учиться экономить деньги и беречь. И я деньги еще до сих пор не люблю. И деньги это не самое главное в жизни. Дополнительные люди. Ну, я так не знаю. Ну, ты думал как? Ну, не знаю, Дарина. Ну, деньги... Ну, это не главное в жизни, но без них ты никак не будешь. Я знаю. Но есть люди, которые прям только на деньгах не нашли.
Ну, у меня золотая середина. Я и откладываю. Кто бы что ни говорил, как я это. Ну, на юг мы переехали, дом мы купили, мебель вся новая куплена. Детям подарки мы хорошие делаем, везде их возим. Вот. Конечно, я вот смотрю Ирину многодеточку, как они в Турцию поехали. Блин, я не осилю никогда, наверное. Хотя Настя говорит, мама, сейчас в Турции отдохну дешевле, чем мы ездим в это туда. Ну, не знаю. Поднатужиться, может быть, на следующий год смотаться? А? Я не поеду. А, ну тебя не пустят. Короче, ладно. Да я говорю, что мы вчера обсуждали подать заявку. Я еще даже посмотрела, на какие проекты собирают. Я думаю, блин, захейтят нас. Ну, не вас, а меня. Меня там. Ну, ладно. Ничего, никто никуда ничего не подавал. Ну-ка, покажи тебя, как заплели. Ну, красиво. Вот, ответьте. Алина приехала. Делать брови всем. Даша, сделаем ей черные. Надо пошире, как у Брежнева. София такая говорит. А мне Мона? Такое же. Да? Настя говорит, Ирине делала ногти. Ирина говорит, до сих пор с ними ходит. Ну, она на днях не написала, на 4 назад. Переделывать собирается только. Ну, когда была-то? Уже сентябрь заканчивается. Ну. Ну, потом посмотрим, что получится. Брови черные, широкие. Мы штахи любим. Капец, ты нарисовала ей. Да. Ужас. Ну, за три солени в чуме. Ну, думаю, это серия интересная. Извините, а можно остановить, пожалуйста? Что такое? Нужно аппарат? Все, сделала Алина Насте брови. Ну, Зухра, Зухрой. Че? Зухра, Зухрой. Гуль, читай, открой личико. Ой, ой, а че у меня? А в последний раз брови красил 2 недели назад. Ой, у меня уже послезавтра все смоется, а у нее это набито. В смысле набито? Ну, у нее же этот перманент. Да? 2 раза набитый. Да, 3-й раз хочу. Ну, мастер. И что, на всю жизнь? Что? Я не знаю, уже полгода держится. Да? Вот видно, что кожа покрашена. Потом как раньше посинеет. Фу, посинеет. Да не, сейчас это татуаж синеет же. А перманентная нет. Там, наверное, перманент губ. А я и так красивая. Да, Софи? Да. А ты вырастешь, уже не будет такой. Потом будешь смотреть на видео и скажешь, боже, что они с собой делали. А будет потом... Какие-то ресницы, какие брови. Что? Да? Софи так играет с этой погремушкой. Где что? Детство впало. Ой. Лицо-то попроще сделай. Угу. Гордись. Нет. Дарина, я говорю, Дарина много рассказывает про Колич. Она, знаете, она соскучится по маме, она за мной хвостиком ходит. Я говорю, да я так рада, мы с ней уже много разговариваем. Она говорит, у нас там... Она не общается. С тобой мы видимся же дома. И вот она говорит, нас там заставляют ноги тянуть, у меня все ноги болят. Разминку делаю. Да, спину ровно держать. Ну вот, прикинь, через 4 года будешь на шпагат садиться постоянно. И я. И ты, конечно же, конечно. Мошку проще. Съев тебя сейчас, Алина. Съем сейчас. Ладно. Бабу пойду съем.
Сегодня хотела, думала, что-нибудь приготовлю, а Настя мне напомнила, дети вчера, мама, давай пельмени, давай пельмени, давай пельмени. Я говорю, ну ладно, раз пельмени, так пельмени. Сегодня так, туда-сюда ходим, друг с другом общаемся. Что ты там, на брови свои не налюбуешься? Черные точки выдавливаю. О, ничего не дави. В зеркало не брызгает. Настя! Да я шучу. У меня не такие черные точки, чтобы брызгали. Чем папка-то занимается? А мы там подвал разбираем. Пойдем к деду. Деда тихонько убежал, даже никого не зовет. Надо вот эти боксы еще снять, пока девчонки дома. Потом, когда смогут приехать, надо боксы на место поставить. Бобзи. Она какая-то маленькая. Вообще у нас большущая ящерица Бобзи. Это не маленькая. Это маленькая, да. Да. Вообще она большая. Еще не А. Ну, не, она не А. Никого, да. Она А. Она маленькая. Пойдем к деду в подвал, деда в подвале. Гремит. Ну, папа все вытаскивает. Шишки. Мы забыли про них. Да. Дарь, сбегай, пожалуйста, посмотри, если ворота закрыты, открой ее. Хорошо. Ну, она видит, что все ходят, сразу просится. Пап, я ой. Конечно, давай ручку, пойдем. Я тебе не на. Нет, ты не одна, ты с бабой. О, папка свет сделал. Тут было так темно. Тихонечко. Ой-ой-ой, надо выкинуть. Это. Паласы все в машинку загрузить. Да, хлебницу выкидывать. Да, выкидывай. Ну, видишь, много чего у нас тут лишнего. Еще короб надо от коляски сюда потом поставить. Так, вон тот пакет надо мне домой занести. У нас одна зрительница попросила, чтобы у нее ребенку там 7-8 месяцев. Она говорит, это ну, Софейкины вещи. Я выберу там, которые прям хорошие, отправлю. Ну, что там пишут, что я что-то сжигаю? Я вам все отправляю. То Ларисе отправлю. Ну. То в Белоруссию недавно отправляла тоже посылку. Сейчас вот женщина написала тоже. Вот это паласы постираем, дочь, какой потолще себе выберешь. Вот смотри, какой хороший, Настя. Вот. Постелишь там, все равно вспомни, как у тебя холодно зимой. Это что, с Нового года у нас? Папка собирает, он же вино делает. Нет. Сейчас вот с винограда будет делать. Где-то там, по-моему, еще один палас лежит у нас. Это надо все вытаскивать. Папа говорит. Ну, папка, я говорю, бутылки собирает. Пап, там еще один палас. Ага, тоже надо вытащить. Ну, все, сейчас пока девчонки тут. Это... Тут вот наши заготовки. Я вот посмотрела, гречка у меня вообще вся закончилась. Риса еще немножко есть. Тут макароны. Пока не буду покупать. Все есть. Доча, пока это... Найди варенье клубничное. А, во. Алине говорю, Алин. Набери себе, мы с Настей привезем потом. Поедем в этот... магазин. Вот а? Вот я нашла ведро. Ну. Алина тоже плохо едят. Она говорит, еще с прошлого года, как заготовки давали. Вот, лечи еще. Дима тоже мало взял, да? Ну, сейчас вот приедет. Нет, у компота возьмите. Он сказал, еще картошки ему сделать с мясом. Понравилось, да? Ну, все. Сейчас будем это делать с папкой. Новые компоты? Новые, да. У нас компоты с прошлого года не осталось. Вон огурцов много. Это, пап,
Вы пока поснимайте боксы. Девчонки, кто-то один моет, кто-то тут прибирает. Я недавно мыла. Они все на улице, их надо обратно занести. А, их опять помыть надо? Да, да, да. Папка вот сюда будет еще полки делать, нам не хватает полок. У нас только игрушек одних сколько. Это и защиты тоже, и эти каски, защита, дети ничего не это. Здесь вот тоже игры, столько игр у нас. Все сохраняем, ничего не выкидываем. Поэтому так. Это картошка. Это наша, которую мы выкопали. А это вот покупная. Видите, какую мы садим, толку нету. Тоже коляска. Мыли-мыли так уже, тоже запылилась. Все равно пыль. Так, что там меня зовет? О, еще игра. На улицу поставить, пусть играют. Все, надо, 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 все. Где-то. Нет, тебе нельзя прыгать. Мам, нет. Мам, ты болеешь. Мам, нет. Сима! Она так смешно бегает. Тик-тик. Они так могут заболеть. Они такие потные. Все ли красные. Я в прошлый раз так ругалась. Прибежали. Кондиционер включили вдвоем. Саша с Томой. И стоят под кондиционером. Женя, Саша вчера уже не прыгали. Тома тут целый час, наверное, скакала одна. Все пищит, пищит. Я говорю, Тома молодец, она умеет одна играть. Ей не надо никого.